Всем привет, ребята! Вы на канале Ушастый Kids, и сегодня мы снова поиграем в прикольном аквапарке у котика Тома. Смотрите, как тут у нас весело. А вот кошечка Анжела тут сидит на лавочке. А это ее подружка, серенькая кошечка Диана. Котик Джинджер гуляет. А это наш Хэнк. А это кто в панамке? Котик Том, видимо, одел панамку, чтобы не было солнечного удара. Смотрите, ребята, в прошлой серии мы открыли вот эту локацию. Надо бы нам ее починить, друзья. Для этого нам, как всегда, нужно заработать побольше ключиков. Вау, ребята, смотрите на нашего песика Бена. Он одел на голову себе клубничку. А это что? У котика Тома на глазах были огурцы. Вот это прикол. Ой, по кошечке Анжели мы не попали. А давайте-ка дадим Анжеле взрывчатку. Держи динамит. Вау, вы видели, как прикольно Анжела влетела? Ой, осталось нам только выстрелить по Бену. Ой, ребята, у нас тут еще один бассейн. Ничего себе. Хорошо. Так, и еще выстрел. Неплохо. Всего лишь два движения, ребята. Как же нам выиграть? Ударю-ка я посильнее. Ну вот, нам не хватило всего лишь пару движений. Попробуем-ка мы еще разок. Начнем вот с этого бассейна. И еще удар. Неплохо. Как бы нам попасть в рыжего Джинджера? Ну вот, наши персонажи уже близко. Так будет попасть легче. А теперь с Джинджером отправляемся во второй бассейн. Ударим посильнее по Хэнку. И ударили с первого раза. А теперь выстрел кошечки Анжелы. Вот так, ребята. Вот и прошли этот уровень. И заработали ключик. Смотрите, теперь мы можем отремонтировать еще один бассейн. И для этого нам на помощь спешит котик Том. Здесь мы поставим зонтик. Можем сиреневый или красный. Давайте поставим сиреневый. Отлично! Мне уже не терпится посмотреть, друзья, что будет на этом участке. Смотрите, в прошлой серии мы отремонтировали вот этот кусочек аквапарка. Кстати, смотрите, котик Том тут неплохо проводит время. Прекрасно загорает возле бассейна. А здесь Джинджер и Хэнк. Да, ребята, хотелось бы мне отправиться к ним. А вот подружка кошечки Анжелы принимала бассейн. А вот и сама Анжела. Ну что, продолжим играть, чтобы поскорее открыть новую локацию, друзья. А у нас снова два бассейна. И здесь у нас появляются препятствия. Ударю-ка я по кошечке Анжеле. Неплохо. Теперь попробую ударить по Хэнку. И еще удар. Направляемся к котику Тому. И последний удар. И вместе с котиком Томом перелетаем в новый бассейн. Интересно, ребята, каких персонажей мы откроем сегодня? Так, а вот и наш котик Джинджер. Смотрите, какие у него желтые классные очки, друзья. Так, и еще удар. Неплохо. Так, Том. У нас что, еще один бассейн? Сколько же здесь бассейнов, ребята? Хорошо, у нас 14 движений. Я думаю, мы должны успеть выиграть. Ударим по Анжеле. Так, никуда не попали. Уберем рыжих котиков. Джинджер, пора тебе выходить из бассейна. Теперь ударю по Бену. Ой, это немножко сложно было. Ну вот, теперь очередь Хэнка. О, нет. Котик Том. И последний удар. Как бы мне туда попасть? Ничего себе. Так, надо поскорее. О, нет, ребята.
Вот так. Ну, наконец-то прошли третий уровень. И еще один ключик у нас. Так, ребята, нам не хватает еще пары ключиков. Здесь мы пока ничего не можем открыть. Хорошо. Отправляемся в новый уровень. Посмотрим, сколько в этот раз нас ждет бассейна. У нас 10 движений и все во льду, ребята. Неплохо было бы разбить перчик. Так, и выстрел. Неплохо. Стреляем по котику Тому. Еще удар. Отлично, заодно разбили и Хэнка. Вот так неплохо. А вот и Джинджер. И хватаем перчик. Вы это видели? Здорово, ребята. Остался всего один ключ, и мы откроем... Ой, уже можем починить. А вот и наш песик Бен. Смотрите, что он делает. У него есть волшебная штука, которая выращивает огромные деревья. Но, наконец-то, мы можем открыть нового персонажа. Смотрите, это Ларри. А давайте откроем Ларри. Он мне нравится больше всего. Ничего себе, вот это был удар, ребята. Бедный, бедный Ларри. Нам нужно насобирать еще один ключик. Кстати, ребята, кому понравилась игра, обязательно напишите в комментариях циферку 5. И чтобы не пропустить новую серию, подпишитесь на наш канал Ушастик Kids. А у нас тут вентилятор. Ничего себе! Пройдя через него, у нас получилось две кошечки Анжелы. Здесь у нас ледышки. Ой, на одного Хэнка стало больше. Ничего себе! Ребята, вот это дела! Ударим по Джинджеру. И теперь очередь Хэнка, Анжела и Джинджер. О нет, неплохо. И последний удар. Ключик у нас, друзья. Можем строить дальше. А в этот раз нам поможет строительница Анжела. Смотрите, как здорово она возводит здание. И еще мы можем открыть. Смотрите, как классно. В этот раз мы откроем Оззи. Вот такой прикольный. У нас тут столько котиков в нашем парке. Так, в этот раз нам нужно собрать 3 ключика. Пока непонятно, сколько у нас будет бассейнов. Выстрелим по Джинджеру. Неплохо. Попробуем ударить по котику Тому. Главное не попасть в вентилятор, иначе наших животных станет намного больше. Чуть-чуть еще удар. Анжела. И удар по котику Тому. Ключик у нас, друзья. Отправляемся дальше. Смотрите, кто тут гуляет. Уже столько много у нас посетителей. А это любимая, наверное, скамеечка кошечки Анжелы. Это у нас памятник котику Тому. А точнее его статуя. А здесь у нас Джинджер. Уже не помню, как кого зовут. А Хэнк по-прежнему загорает вместе с котиком Томом. Интересно, почему Анжела не идет к ним плавать, ребята? Ну ладно, а мы с вами отправимся, соберем ключики. И выстрел. Кстати, ребята, если хотите получить привет от нашего канала Ушастик Kids, обязательно подписывайтесь и напишите в комментариях ваше имя и фамилию. Так, как бы мне попасть по кошечке Анжели или хотя бы по Хэнку? Уже лучше. Можно стрелять по Анжели и поскорее по Бену. А вот и Хэнк. Выстрел и отлично. Летим в новый бассейн. Но у нас всего 3 движения, ребята. Это же совсем нечестно. Как мы с 3 движениями здесь можем победить? Ну вот. Ой, и на взрывчатку нам тоже не хватает. Ну вот, всего 1 движения не хватило, и ключик был бы у нас, ребята. Минус 1 жизнь. Попробуем снова. Так, удар.
И еще удар. О, нет. Скорее бьем по Хэнку. О, нет, мы поспешили. Наш Хэнк улетел, друзья. Ну, хоть по кошечке Анжели мы попали. А теперь, ой, смотрите, какая ромашка была на голове у Хэнка. Вот это прикол. Ребята, у нас снова всего два движения. Что же нам делать? Как нам пройти этот уровень? Нам нужны монетки. А вот монетки у нас закончились. И еще одна жизнь. Попробуем снова. Хорошо. Так мало движений. Представляете, столько котов и всего 9 движений. Хорошо. Выстрелим в Анжелу. Ударим по котику Тому. Попробуем стрельнуть в Джинджера. Король Джинджер и выстрел. Так, как же нам отсюда вытащить Анжелу? О нет, ребята, уже 4 движения. А здесь слишком много котов, чтобы победить всего за 3 движения. Смотрите, нам снова не хватает всего лишь одного выстрела. Как же нам пройти этот уровень? Мы застряли на 22 уровне, ребята. Да, монетки нам явно бы не помешали. Только вот как их заработать? Потому что здесь нам точно нужна взрывчатка. Так, теперь надо ударить по рыжему котику Джинджеру. И удар Беном. Летим в следующий бассейн. Хэнк, готовься, твоя очередь. Ты должен спасти, и мы должны заработать заветный ключик. Так, готовься, Бен. Смотрите, как он машет руками. О, нет, нет, нет. Теперь очередь котика Тома. Фуф, ребята, ну наконец-то. Новый уровень и новый ключик специально для нас. Мы можем что-то построить. Нам не хватает всего одного ключа. Скорее заработаем его. Отправимся в 24 уровень. Вау, ребята, вот это уровень. Вы только посмотрите. Здесь всего 8 движений и опасная вертушка. Как же нам тут победить? Я даже не знаю. И наши фигурки так неудобно расположены. Так, ребята, вот это дела. Попробую-ка я... Вот, котика Тома перевели. Как же нам пройти сквозь эту вертушку только? Попробуем вот так пролететь. И у нас 3 Хэнка. Ничего себе. Всего 2 движения, и нужно спасти котика Джинджера. А вот и наш Джинджер. И удар, ребята. Отлично, мы все-таки прошли этот сложный уровень. Отправляемся дальше. И у нас с вами 3 ключика. Ну что будем строить? Можно построить бассейн, а можно вот здесь продолжить строительство. И в этот раз нам поможет котик Том. Смотрите, он тут построил какой-то магазинчик. И мы можем открыть нового персонажа. А давайте откроем Клевер. Вот она. Такая милая кошечка. Эй, вот это был удар. Смотрите, какая она классная. У нее прикольные очки, и она серенького цвета. Наверное, это сестричка кошечки Анжелы. Смотрите, как здорово. Тут гуляют наши животные. Отправимся в следующий уровень, ребята. У нас 10 движений и очень много котиков. Отлично. Вот это был удар. Как же теперь нам, кошечкой Анжелой, добраться до нужной точки? Попробую-ка я вот так выстрелить. И вот, отлично. Вот так ударю котиком Томом. Ой-ой, чуть-чуть совсем не хватило. Так. Ой-ой-ой.
Надо как-то немножечко, совсем чуть-чуть. Вот так. Вырулили наконец-то из этих перегородок. И у нас снова еще один ключик. Один ключ, но нам нужен и еще один, чтобы продолжить строительство, ребята. 10 движений, и у нас какой-то новый бонус. Это единорог. И что это будет? Смотрите, как здорово! Ничего себе! Прикольно! Вот и прошли этот уровень, и заодно заработали новый ключик, друзья. Давайте посмотрим, что же мы построим в этот раз. А вот эта штучка нам теперь стала доступна, и нам поможет котик Том Строитель. Построим вот такие палатки. Здесь, наверное, можно пить вкусный кофе, ребята. А пока наши животные передвигаются по парку, я передам приветики для любимых подписчиков. И первый привет сегодня получит Настюшенька Оздравкина. Большой-большой тебе приветик, Настя. Анечка Хоменко, Диана Лудинцева, Виолетта Кравченко получает большой приветик. Надежда Бажан, Алиса Брагина, большой тебе привет. Маша Камурникова, Ксения Козюкова, огромный привет. Арина Крутенева, Кристина Тхаржевская, большой приветик. Эделия Фролова, Варечка Фролова, Света Кравец. А также огромный привет для Арины Бакович, Дариночки Гриб. Привет для Яси и Вики Шевцовых, большой летит. Настюши и Маши Павловым тоже большой приветик. А также привет для Артема и Настюши Горбатка. Большой пушистенький приветик. Ну а мы с вами отправляемся в следующий уровень. Столько много уже прикольных персонажей мы открыли, ребята. Вау, как здесь прикольно. И выстрел. Неплохо. Ой, какие-то летающие тут вертушки у нас. Бена убрали. Попробуем выстрелить по котику Джинджеру. О нет, я не попала, ребята. Анжела у нас в шапочке. И выстрел. А кто у нас возьмет перчик? А пускай его возьмет наш Джинджер. Ничего себе. Ой-ой-ой, эта вертушка нам немного мешает. У нас всего 3 движения, ребята. И как же нам с одного движения попасть во всех Хэнков? Я даже не знаю. В общем, будем пробовать. Отлично! Нам просто повезло, что эта вертушка была рядом. А у нас еще один ключик, друзья. Ну что, еще один уровень с вами пройдем. Ого, тут несколько бассейнов. Ничего себе. Так, ребята, ударим по Тому. И хорошая видимость на Хэнка. Теперь очередь Джинджера. И полетели с Джинджером в новый бассейн. Здесь у нас вертушка и спящий Бен. Неплохо. О, нет. Бена стало немножечко побольше. Ударю-ка я по котику Тому. А теперь удар Джинджера. О-о! Вот это да! И последний. Ой, ребята, у нас же еще третий бассейн! Ничего себе! А давайте сделаем здесь единорогов. Ой! Что-то у нас не удался этот бонус. Хорошо. Так, ребята. Стреляем. Ой, по окошечке Анжели. И у нас закончились движения. Наши котики немножечко устали. Давайте вернемся в наш город. Ну что, друзья, если ждете новую серию, пишите в комментариях циферку 3. И обязательно ставьте ваши лайки, если вам понравилось данное видео. Ну а на этом, дорогие друзья, у меня все. С вами был канал Ушастый Кидс. Всем пока-пока. До новых встреч, ребята!